Приветствую вас, дорогие друзья, с вами канал AlexPlay и добро пожаловать в игрушку Dead by Daylight. Ну что ж, давайте начнем, вы меня просили купить свинью. Ну что ж, я покупаю вам свинью. Да. На самом деле, со мной все в порядке, ребятки. Это Dead by Daylight. И мы начинаем, что мы купили, да, отлично. Так, теперь у нас есть свинья. Давайте выберем ее. По-хорошему, нужно ее прокачать. Да, ребятки. Я, конечно, мог бы попробовать таким голосом поиграть, вот таким вот жестоким. Но это немножко проблематично, ну, как бы сложно, сложновато. Но если будет много-много-много лайков, я обязательно сделаю такой голос, ребят. Ну что ж, давайте посмотрим. Слабый реагент, давайте возьмем. Чистый реагент, рабочая смазка и порча, никому не скрыться от смерти. Давайте возьмем порчу. Ну что ж, прокачали мы его немножко. Можем, в принципе, еще прокачать. Венок ворона, давайте. Мидкарта Джона. Потом завещание. И чудотворный храм. Так, и свинья уже третьего левела. Да, я так понимаю. Да, свинья третьего левела. Подэкономим, наверное, наши очки крови или нет? Или... Ладно, давайте продолжим. Завещание. Чистый реагент. Разбитый шприц. И сияющий страх. Все, четвертый левел. Подарок. Ну, подарок мы по-любому возьмем. Давайте посмотрим, что там будет. Потерянная фотография. Редкое подношение. Прикольно. Это прикольная штука. И сюда можно что-нибудь поставить, да? Какое-нибудь снаряжение. А вот он, можно потрепанную фотографию поставить. Чрезвычайно увеличивает шанс отправиться в Армонт после сожжения. Это интересно, что такое, ребят? Пишите, я могу, если что, в следующей серии это использовать. Давайте какой-нибудь слабый реагент используем. Сюда тоже можно что-нибудь поставить. Разбитый шприц и рабочая смазка. И сюда обязательно нужно какое-нибудь умение. Я подумал развить до 5 левела, чтобы у нас еще одна ячейка была. Давайте это сделаем уже. Так. Отлично. Все, нам хватает. 5 левел. И подарок, наверное, заберем. Посмотрим, что там еще. Ящик с шестеренками тоже прикольно. Добавлено в инвентарь. Так, ну вот, ну мы сюда ничего не будем брать. Давайте сюда что-нибудь лучше возьмем еще. Вот наблюдение возьмем. И сюда что-нибудь еще. А, у меня наблюдение вот взято. Вот эту штуку, да, секрет палача возьмем. Все, создаем лобби, ребят, и погнали. Блин, какая же она классная игрушка. Вот в нее можно много-много-много-много раз играть. А мы можем, кстати, переодеть, по-моему, да, внешний вид. Блин, а внешнего вида у меня почти нету. Ну ладно, разовьемся, получим. Я готов. Кажется, ребят, все в сборе. Ну что ж, я думаю, пора начинать. Так, смотрим, какие у нас карточки тут. Кто что взял? Слабый реагент, это я взял. Ну что ж. Погнали. Ну что ж, ребятки, начнем. Кстати, этот персонаж мне очень сильно понравился. Блин, ну он реально крутой. Так, хищник, так сказать. Мне нравится его способность приседать и ставить капканы. Это просто идеально. Так. Ой, подожди. Их всего лишь двое. Я их легко поймаю. Короче, все выходят. Ребят, знаете, в чем самый прикол? Он, короче, один выживший. Он починил генератор. И даже ни одного шума не было издано. Или как это сказать, выразиться. В общем, я не услышал ни одного шума. Блин, слушай, это офигительный игрок. Зря они все повыходили. Они бы меня легко могли бы победить. Я не слышал, чтобы взорвался генератор. Ребята, мы нашли его. Ее, точнее. Так, ну чё? Кажется, ты попалась у нас. Как она это делала? Она второй чуть не починила. Это хорошо, ребятки, то, что я мог... ну, вы понимаете, да? Красться. То есть она меня даже не слышала, что я рядом подошел. И я ее, в принципе, легко победил. Но попытка была неплохая. Что ты скажешь напоследок? О, да. Ха-ха-ха. Так, ну все, ребят. Легкая победа.
Какая фигня, смотрите, что это вообще такое? Нифига себе, это из преисподней какая-то хрень. Ребят, ну так нечестно, конечно, это нечестная была победа, потому что я всего лишь с одним игроком играл. Сколько дадут, интересно, за матч? О, 4... О, неплохо, смотрите. 9400, да, дали. Ладно, давайте. О, ништяки дали, прикольно. Хранитель врат. Там еще что-то. А, левел повышается. Понятно. Создаем новое лобби. Или давайте прокачаем, или не прокачаем. Давайте прокачаем, ладно, пофиг. Достижение. Ловкач. Нам дали новое достижение. Я теперь 6-го левела. Офигительно. Просто офигительно. Ну, не знаю, понравился персонаж, хочу прокачивать его. Так, ребят, смотрим карточки. Одна карточка моя. Чистый реагент. Да, у меня чистый реагент. Ну что ж, мы готовы. Let's go, let's go, let's go. Надеюсь, все спрятались. Надеюсь, никого не выкинуло. О, отлично, все четверо. Я готов к вам. Прийти в гости каждому домой. Ха-ха. Так, ну сначала я вас немножечко покромсаю. Это вы что-то слишком большие. О-хо-хо. Понятно. Так. Давайте, давайте. Я уже рядом, кажется. О, готов. Слушай, прикольно. Так, а может быть его поймать? Было бы здорово, если бы мы его поймали. Ладно. Так, еще один попался. Ладно, давайте за дедулей побежим. Ха-ха-ха. Он думал, я тебя не замечу, да? Ты думал, я тебя не замечу? Все, харе, дедуля. Так, что мы с тобой будем делать? Я предлагаю надеть капкан. Так. Пускай пока тут поваляется. Мы пойдем за следующими. Мы пойдем за следующими. А-а-а! Слушай, это очень быстро получается. Я, честно говоря, думал, будет посложнее. Так, иди сюда. Где ты? А, вижу. Смотрите. Так, вон она, вон она. Попалась почти что. Ты что, думал, я тебя не найду? Так, я хочу на всех навешать. Капкан, вот так вот. Так намного лучше. Так, а последнего я не знаю. Последнего можно на крюк посадить. У каждого из вас есть шанс спастись. О, вон еще одна, смотрите. Так, ну ладно. Блин. Вижу, вижу, вижу ее. Ха, попал. Попал, попал, попал. Попал, попал, попал. Подожди, а где ты? А, кажется, ты сюда куда-то убежал. Да достал, он взрывает и взрывает. Пойду разберусь с ним. Сколько можно? Сколько можно? Сколько взрывов было? Уже штук 10 было взрывов. Какой ты неуклюжий. Подожди. Да ты достал реально. Как это понимать? Так. Ладушки, ладушки. Ты, в принципе, сам себя бы мог погубить. Слушай, а я же могу его поднять, да? У него капкан, но я могу его повешать. Что же я его не повешал-то? Повешаем, раз плохо себя ведет. Значит, мы его повешаем. Повеси, повеси. Так. Теперь будем выслеживать своих жертв. Блин, какой же он классный. Он реально очень крутой. Его никто не видит, когда он на корточках. Даже никто не знает, что я приближаюсь. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Очень. Это, по-моему, один из самых крутых маньяков. В этой игре Dead by Daylight. Так. Чё тут у нас?
Его, наверное, освободят, я думаю. Пускай освобождают. Я всего лишь хочу с ними поиграть. Да, они достали. Мне шумы эти немножко раздражают. Надо капкан на него повешать, так будет спокойней. Подожди, где эта херня была? Не казалось, где-то здесь. Вот здесь взорвалось, точно. Так, аккуратно. Обходим. Да где он? Вон он. Ладно. Он видит меня. Он меня видит, но он почему-то не бежит. Да где ж ты, блин, маленький ублюдок? Он спрятался от меня. Как у него это получилось? Слушай. Так. Наверху. Починили. Как я туда поднимусь? Он, наверное, уже спрыгнул. Блин, он тут починил генератор, смысл. Мне тут искать. Кто-то снял мой капкан. У кого-то получилось снять капкан. Так, ладно. Это уже становится немножко напряженно. Потому что у них начинается получаться. Они уже починили. Да, у них часто ломаются генераторы. Но они, по крайней мере, чинят их. Это мне немножко не нравится. Друзья мои. Пора бы с этим разобраться. Так, вон, хорошо. Блин, я даже не знаю, куда. Так, попалась. Которая кусалась. Да где ж ты, тварь? Куда она побежала? Вон, вижу. Ладно, идем за ней. Она где-то там. Возможно, наверх пошла. Сверху проще за ним наблюдать. Блин, сбежала, смотрите. Они сняли мои капканы, офигеть. Так, это уже не смешно. Это уже нереально не смешно. Они часто ломают капканы, поэтому я их могу легко найти. Их нужно на круг насаживать сразу. Зря я с ними нянькаюсь, конечно. Сколько уже два генератора починили. Все, будем более жестче. Так, что тут у нас? Этот починили, сволочи. Где? Так, понятно. Легко можем перелезть. Ну-ка, а что у нас тут? Ладно, идем туда. Они сейчас плинтам починят. Так, пройдемся. Вот, ребятки, вам современный хоррорфилд. Так. Опаньки. Тут уже никого нету. Гребаная хрень. Далеко нет. Починили, сволочи. Слушай, остался последний генератор. Гребаная фигня, зря я с ними нянькался.
А ну сразу всех порешать. А ведь начало-то хорошее было для меня. А потом какая-то фигня пошла. Блин. Черт, хреново, хреново все. Так, ничего. Они перестали ломать генераторы. Плохо, 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 ребят. Они где-то там. И они сейчас побегут к выходу, я думаю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Неужели не здесь? Так. Так, вон там еще они. Дедуля. Ну, дедуля, ну, дедуля. Он думал, что я тебя... Ты думал, что я тебя не увидел? Офигеть. Ну, как ты так лоханулся? Так, где ближайшие? Ближайший крюк. Они, скорее всего, пойдут к другому выходу. Хоть дедулю поймать. А дедуля уже пойман. ПК спрятан. Ну-ка. Вернутся ли они назад? Вторая дверь далеко, но я думаю... Дедуля. Дедуля, иди сюда. Так. Короче, знаете, что надо сделать? Во-первых, капкан надеть на него. Так. И давайте его заберем уже. Они сейчас бегут. Я видел, один пошел к одним воротам, другой к другим. Так, все, дедуля-то хана, точно. Так, мы ранили я одного. Ах ты тварь! Она издевается надо мной. Так, ну ладно. Так, где же ты? Так, ну все, она тоже сбежала. Смотрите, что делает. Ну смотрите, что сделала. Ладно, одного поймали. Это было прикольно. Это было прикольно. Так, сколько мне дадут? Сейчас побольше, смотрите. О, 33. Офигеть. Офигенно здорово. 50 дали. Жестоко. Так. И неплохо левел так скоро прокачаем. Ладно, уйдем, создаем новый лобби. Кстати, что насчет магазина? Давайте посмотрим, что в магазине у нас. А, так, в центре внимания. Следующий у нас будет кошмар. Офигеть, офигеть, ребята. Мы обязательно с вами возьмем кошмара. У нас хватает еще на двоих персонажей. Блин, я хочу кошмара взять. Но пока что давайте продолжим. Свинюшка мне очень сильно понравилась. Так, ну чё, ребятушки, все в сборе. И, ребят, если узнали себя, обязательно напишите в комментариях. Так, какие карточки у нас? Почему-то это не открылось, странно. Одна не открылась, это секретная карта. Так, ладно, ребят, на этот раз мы будем максимально грубо действовать, потому что они мне уже надоели. Ну что ж, я готов их ловить. Так, где вы, ребятки? Пока что, я думаю, стоит просто пробежаться, потому что мы не знаем, где они будут чинить генераторы. Потом уже будет проще. Так, я бы лучше по периметру бежал.
И, может быть, мы даже кого-то увидим. Ладно. Пока... О! Где-то здесь она была. Давайте сломаем хотя бы. Все, мы ее не видим. Тут тоже, смотри, что делают. Я не... А, это уже... Это запустили генератор уже, офигеть. Ладно. Вон она. Ну-ка, может быть, здесь она? Окей. Я думаю, он дочинит. Она по-любому дочинит. Вернется сюда и дочинит. Блин. Так, да, у нас нормально. Давайте-ка вернемся назад. Ну, Никитулин не заходил. Так, где-то здесь. Где-то здесь следы прям. Так, куда-то сюда идут. О, наследили-то. Ну-ка, может, спрятался? Да где они, маленькие? Попался, дедуля. Так, вон он. Вижу свою жертву, вижу. Ну все, теперь ты точно не уйдешь. Так, можем вылезти легко. Так, во-первых, надо надеть на тебя вот этот браслетик, да. Так, тебе лучше идет. Так, и повешаем тебя на крюк. Так, пушка пока повисит. Так, а мы поохотимся. Чё, починили второй, ребят? Будет ли дедуля освобождать кто-нибудь, интересно? А чё, если мы спрячемся? Кто-нибудь придёт за ним, нет? Я думал, придут. По-любому придут. Так, это где-то второй должен быть. Так, дедушку освободили. Ах, ты промазал. Черт возьми. Так. И где ты? О, на тебя тоже давайте капкан повешаем. Вот так-то лучше. Так, где ты будешь висеть? Сейчас мы тебя где-нибудь повешаем. Ах ты, блин, гад. Я нифига не вижу. Нифига себе, он меня ослепил. Окей. Все равно ты попадешься. Так, лучше тебя, конечно, поднять, потому что вы себя очень плохо ведете. Прям очень-очень. Да ты что делает? Ну что дедушка делает? Какой проказник, дедушка. Ну ладно, мне веселее с вами. Так, это кто? И где наш дедуля? Я его боюсь немножко. Он какой-то немножко неадекват. Со своим фонариком. Ладно, сейчас схватили. Дедуля два раза его уже спасает. Ну давай, в третий раз ты не спасешь. Так, вот тут будешь висеть. Так, а мы пойдем за другими. Кстати, я вижу одного. Где-то здесь был. Он был где-то здесь. Сейчас его нету уже. Он пошел выручать.
По-любому пошел выручать. Так, ну что, тебе-то точно хана. Надо бы других половить. Блин, один генератор остался. Ах ты тварь. Слушай, дедушка ловкач, дедушка вообще молодец. Так, какой ты, смотрите. Ну иди сюда. Ну поймай, я тебя поймаю. Где ты, блин? Куда он бежал? Один трупецкий. Слушай, как он мог убежать? Как он мог скрыться от меня? Так, все понятно. Всем непонятно. Где она? Где-то здесь наследила. Да где эта, блин, тварина? Вылази уже. Блин, я ее почти поймал. Надо было поближе подойти. Че, там один генератор у нас всего лишь остался. Офигеть. Где там взрывалось? Не уберег я генератора, ребятки, не уберег. Ладно. Окей. Их трое осталось. Мне бы еще одного поймать. Вот дедуль надо поймать, он меня достал. Дедушка, передедушка. Сейчас мы тебя найдем. Из-за него все беды. В смысле, уже запустили, что ли? Это запущенный генератор. И это тоже запущенный. Блин, давай беги быстрее, достал. Так, короче, бежим в ту сторону. Не будем уже подкрадываться. Ах ты, вы достали, как же вы меня достали. Починим сейчас по-любому генератор, ребят, ну вы сами видите. Почти. Смотрите, получилось. Так. И откуда они будут убегать, интересно? Так, тут нет никого. И капкан. Блин, плохо то, что капканов нет на них. Мне надо будет туда-сюда сейчас пробегать. Так, вижу. Он сбежал. Дедуля наш сбежал, блин. Он еще хотел поиздеваться. Интересно, а остальные как побегут? Может, тут кто-то? Так, надо сныкаться. О, еще один убежал. Сволочь. Ушел, ребят. Но одного хотя бы поймал. Сколько мне там дадут? Получено крови. Ну, неплохо. В два раза кровь сейчас. В два раза больше прибавляют. Это очень здорово. Умножение, короче, на два. Так, ну неплохо мы с вами заработали. И 10-й левел. Отлично, вот это здорово. Радужные осколки дали нам. Хорошо, давайте выйдем. В общем, ребятки, если хотите больше серии, знаете, что нужно сделать. Поддержать лайком и написать комментарий. Всем до скорого, пока-пока, увидимся в новых сериях.